Вас будет оплата? Артём. Артём, очень приятно. Оплата будет картой наличными? Оплата будет картой. Можем заказать на терминале, быстрее будет. Давайте закажем на терминале. А по какому поводу столько народа? Открытие нового ресторана. Какого? Сейчас как называется? Артём, как называется? Вкусная точка. Вкусная точка. Вкусная точка. Артём, работает, а то не знает, как называется. А вам можно говорить Макдональдс? Нет. Смотри, нет. А Макдональдс? Александр, здравствуйте. Это Макдональдс? Вкусная точка. А я Макдональдс пришел. Ну вы вообще Александр Александр такая. Лёшка, ты такой смешной. Они не поменяют. Это ну... вкусная точка. Надо все взять по одной позиции. Давайте возьмем все по одной позиции. Все то же самое. Да? Все то же самое. Просто. Поменял что-то или нет? Я думаю, я обожжем. Тогда ладно, двойной чиз. Что мы обычно берем. Да, двойной чиз. Так, роллы. Цезарь ролл. Это не роллы, это бутерброды. Блядь, сколько они денег потратили на ребрендинг, понял, всех ресторанов. А оттуда у всех убирать название Макдональдс, бля, и везде вкусная точка, блядь. Под нас зарезервировали вот эту штуку. Выглядит как очень хорошая нативная интеграция, правильно? Мы нас именно два человека встретили, провели, сейчас он смотрит, что все нормально. А, больше ж нет Биг Мака. А, его убрали же. Гранд Делюкс теперь только. А сколько там уже? Не знаю, уже на 3200. Ты обычных чизбургеров? Ой, это, по-моему... Ну ладно, еще раз дадим. Все, да, все будем пробовать. Ой, мороженое, это очень вкусно. О, кстати, пирожок надо попробовать. Игрушку. Тут есть Happy Meal? А, Happy Meal, да и нет больше, да? Пирожок вишневый нужно попробовать. Несколько, нет, больше. 3-4 позиции, я не знаю, сколько. Чат мы на всех взяли. Бля, мы на весь чат взяли. А, попить, мы взяли попить. Много колы взял. Подошел чел, говорит, Влад, какой номер сейчас побыстрее сделаем? Да? Честно тебе говорю. Реально? Да, стали подходить. А мне, можно мне? Можно мне, пожалуйста? Случайно. Рустик. Влюбился в тебя. Ты что разослился? Ты моя грудь, твоя голова. Ты что разослился? А что на меня так Ярик посмотрел? Я шарик попросил. Влад, возьмешь еще, мы с Аней встретим. А там будет много пакетов, правда? Еле останется. Саша! 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 Саня! Сань. Ой. Здорово. Саня, я тебя перепутал, нахуй. Вы же не зайдете. С бабушкой. Что, она сейчас пропустит? Пропустит, там наши. Мы же друзья, мы заказ забираем. Мы забираем заказ. Заказ там есть. Наш там человек. Извините, вы только что... Да-да-да, я видел. Все. Чего тебе не нравится с джинсами? Ускочи. Ему денег хочется. Я тебя забыл. А что тебе не нравится? Ты узкие джинсы никогда не видел? Ладно, странный человек. Я не понимаю, мне что, снять их или что, нахуй? Они не наши. Я пи***ц, как угарнул, когда я охуел. Бля, чуваки, ну обидно, пи***ц, если честно. Старался, Ельке нравится самое. Ну нахуя? Ну типа, главное тебе нравится. Как подберушник выглядит. Лёшка, если что, у нас на такой случай есть другие штаны. Не вообще понял, у него еще футболка просто облегающая, джинсики облегающие такие. И он такой, именно ДМ, мне надо ехать. Не, а что, реально прям бедолажно выглядит? Ну да. Все, забей. Посмеяли? Обосрали, я себя чувствую уродом, ебать. Да ладно, забей. Блять, без штанишек будет не лучше. Бля, пацаны, ну вы думаете, нахуй что делаете? Ты еще как шлейф курьер, типа с сумкой, с рюкзаком. Так я еще виноват, я из дома пошел. Купил, я сразу сюда приехал, с ним запустил. Вы уже все взяли? Да. Мы это хуй сказали на 5, ой, на 4,5 тысяч. Опа. Можете что-то сказать для моего влога? Я вас знаю. Вы Литвина. Санечка. Санечка, снимаешь? Я как говорил, что они честные все. Да, ничего страшного. Люди их смотрят, они вот так себя ведут. А мы отличимся от них. Твой портфель? Пойдемте уже выйдем, пожалуйста. Да пошли ты выйдем. Охуительные джинсы. Не-не. Ну, пиздец, точно так же сидят на скале, на жуасе, буши дожо, и все такие, вау. Я надел, ну что я поделаю, если я колхозник ебучий? Ну что я поделаю, на мне любая дорогая хорошая вещь будет смотреться дешево. Мне нравится, как выглядит, почему все смеялись? Нельзя, я хуй знаю, Саня, спасибо тебе. Саня, правда. Да Саня любит, Бородеевич любит, нахуй. Что-то сделаю, у него первая реакция сразу же, блядь, обосрать и все, нахуй. Я так скажу. Кто-то двигается вперед, кто-то пробует делать что-то, а кто-то просто осуждает в стране. Согласен. Различие только в одном, брат. Те, кто двигаются, они двигаются, а те, кто осуждает, они стоят на месте. А, дай на секунду. Сейчас точно. Спасибо. Так, сейчас, ребята, я все объясню. Он был здесь, я клянусь. Сейчас, это очень важный момент.
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что у вас здесь штативчики, объективчики? Ой-ой-ой-ой-ой. Вы идиот? Я люблю сейчас. Какие вы вообще делаете вообще? Меня обидели. Кто? Я? Нет. А кто? Оператор. Что сказал? Что я идиот. Реально? Да. У меня кроссовка есть, хочешь, пойдем зальем? Он дедушка. А, тогда не надо. Фу. Это что? Они замазали лейбл Мака. Реально? Прикинь, да. Прикинь, сидел тип, который каждый соус брал и маркером просто. А так можно, если мы возьмем Кока-Колу и там замажем бренд Кока-Колу, мы что, можем продавать это? Ну, мы решили, что у них новых у соусов них-то не все... привезли. Да, у них им надо было срочно открыться, они не успели все забрендить, понял? Вот здесь соус, как будто, ну, вот, пиздец прям. Вот Биг Мак пил. А мне ничего не это. Там есть вот, похуя. Вот Биг Мак. Бля, картошка вообще другой стала, не такой. Реально? Да. Двойной чизбургер похож. Единственное, что похоже, пока что это двойной чизбургер. Мне кажется, что это слишком много соуса. Типа вот это прям хорошо. Чувствуется, она прям жидкая, булка. А не нормальная булка. Другая булка? Да, жидкая. Нет. Отстой. Можете пробовать картошку, если хотите. Я попробую свою, я никогда ее не забуду и больше никогда сюда не приду. Не понравилось? Отвратительно. А чем заменить теперь это? Да, в принципе, зачем это вообще чем-то заменять? Надо есть нормальную еду, мне кажется, в целом. Но если уж приспичит поесть крючево, то проще в Бургер Кинг сходить. Ну, по вкусу то же самое. Нет, не то же самое. Я вообще никакой разницы заметил. Сама булка. Стрипсы такие же, кстати. Обзор я меню Мака. Я пробовал Гранд Люкс. Ой, бля. Сыр очень хреновый. Бля, мне картошка вот как из KFC, ой, из Бургер Кинга, понял? Нет, Бургер Кинга не понял штуки. Я просто ничего больше не буду хавать. Так я что такое, ребят? Я же ничего не выкладывал. Если что, не я ее засунул, а она уже такая... Вкусная точка. Была она тут? Да, да. Может, ее прижал губой просто? Да не, она уже такая. Подожди, так это мошка-бургер, наверное. То, что тут мошка у меня. А кроме мошки? Мошка убивает все ощущение, весь вайп. У меня есть такое ощущение, что она просто работает. Она мне нигде спрашивает. Нет. А может быть, это Рональд Макдональд, только без макияжа? Реально? Скажите, пожалуйста, вы работаете на Макдональдс? Как Моргенштерн? Да, примерно. С тем же паспортом. Сзади обзор снимает мама. Обзор на сына. А почему джинсы не нравятся? Я не знаю. Почему джинсы не нравятся? Да, на хейтеров. Ну для тебя сам не чтоб тебе работа была. Уебаны. Специально его это? Так я не понял. Сейчас ссылка видала. Да, я чуть не кайфанул, ожидал другого. Я вообще не понимаю, как это работает. То есть были какие-то ингредиенты, и ингредиенты остались теми же, или они просто попытались внешне сделать так же? Да не меня, я не понимаю. Сыр другой, да все я русские. Чувствую. Нет, сыр реально другой, сука, колхозный. Ингредиенты, они типа вместе с маком ушли? Нет, смотри, а вот это логотип Макдональдса. Это же Макдокнет, правильно? Просто другое название. Блин, вы что, не понимаете, как это работает? Но это же не русский, не русский. Это просто это Макдональдс, правильно? Но просто название, а Макдональдс их спонсирует. Да. Думаешь так? Хорошо сказал. Да. Вообще ничего не поменялось, объективно. Смотри, какой дизайн у них классный. Напитка. Веб Стор и Google Play Макдональдс переименовали в мой бургер. А почему вкусно, то, ой, весело и как? Охуеть. Вкусная точка или вкусно и точка? Вкусно и точка. Типа хуй поспоришь. Бургер. Да. Окей. Леш, как ты объяснишь вот это? Познакомьтесь, это моя новая девушка, Катька. Как объясню? Это моя девушка, нахуй. Чего объяснять? Вали его, вали его. Все, Сань, вали его. Саня, вали его. Ты его загасил? Да, успокоился. Души до конца. Я пошутил, это моя сестра. Сань, вали его. Из-под тишка, Сань, вали его. Из-под тишка, прием. Саня, смотри, вали. Я тебе покажу. О, вот это я не ждал. Саня, Саня, только не в попу пальчик. Саня, не в попу! Саня, не в попу! Саня, не надо в попу! Папарацци! Закрой! Мам! Лёх, все закончилось! Ты что, охерел, а? Лёх, все закончилось! Скажите, когда они уйдут! Лёх, все закончилось! Лёха, тебя фотографируют, Лёха!
Я ждал просто, пока они уйдут, понял, чтобы неловкости не было. Я так спрятался, понял, как этот, который в землю... Который в землю закапывается. Да, да, да. Какой индюк? Да я забыл, бурдюк. Страус, ёпты. Ну, неловко. Идиот. Простите, пожалуйста, что доставили вам неудобства. Меня тут просто избить хотели. Я защищался словами, простите, пожалуйста. Защищался словами. Она говорила, с мамой разговаривала, ты не в попу, не в попу. А я что говорил? Я говорил только типа не в попу, да? Да. Она говорит, вы что, охуели? Вкусно, но я не пробовал. Не, подождите, вкусно и точка. То же самое. Ну, бутерброд, да, вот это. Очень вкусный бутерброд. Давай вон переписчики. Переписчики, будете кушать? Да, переписчики. А вот, заберите вот так. Вот Пинка, я вот поражаюсь его вот этой. Вот он мне подходит, говорит, смотри, какая стоит с белыми волосами красотка. Можно с вами? Нам очень сложно. Вам что-то сказать. Ну тут не одно говорит. С папой можно. Ну с папой. Да, если... А мы тогда с бабушками разрешали, когда с бабушкой. Со своими бабушками... Дедушками, мамами, папами приходите, разрешаем фотку делать. С отцом не, от... ну, типа, не откажешь. Вот есть ощущение, что он типа тебе ремня отсыпет, да? Смотрите, Влад нарушает правила и фоткается. Вот так вот. Влад, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я на стриме. Вы мне скажете, я вообще за решеткой. Фрикуэртов. Больше не вопрос, на 15 суток обеспечим по полной программе. Так говорит, хочешь не вопрос, 15 суток обеспечу.